Я первый раз в Чувашской республике, первый раз в Чебоксарах. Но могу вам сказать, что ощущение, как вхождение в теплую воду. То есть я многих людей видел первый раз, но при этом могу сказать, что как будто мы знакомы уже много лет. Поэтому вот первое такое похожесть Белоруссии и Республики Чувашия вот этим добродушием, вот этим вот спокойствием, ну и желанием сделать, чтобы все было хорошо. Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать всем жителям Республики Чувашия такого крепкого здоровья. Ну, здоровье это знают врачи, а вообще хорошего самочувствия, чтобы вот это было вместе с нашими, скажем, белорусскими коллегами, чтобы все это развивалось вместе в рамках союзного государства. Спасибо.